Пока загадаю я. А в этом слове четыре буквы, и это связано с животными. Зверь. А зверь. Там ноль быков, ноль коров. А кто ведущий? Я. И нужно отгадать слово. А можете повторить, быки и коровы – это что? А, быки – это те буквы, которые стоят, которые и в загаданном, и в моем слове, то есть и в загаданном, и в вашем словах стоят на одинаковом месте. А коровы – это те буквы, которые на разных местах, но они совпадают. То есть, допустим, в звере там никакая буква не совпадает. Значит, это их букв нет в слове. Так. Я, кажется, придумала слово. Яйцо. На какую тему? Яйцо. Связано с животными пять букв. А яйцо там четыре вроде. Яйцо. Так, мне надо взять четыре буквы. Нет, нам надо пять. Кошка. Так. Кошка. Ложка. А? Ложка. А там у нас три быка, ноль коров. Где крышка? Крышка где? У тебя под рукой. Мы сейчас выключим компьютер. Так, какие-то три буквы в слове кошка совпадают. Только две буквы совпадают. Какая? Два. Не, в загаданном слове и в кошке
Какие-то три буквы стоят на одном и том же месте. Вот он. Ворон. Так. Ну, там, наверное, один бык, ноль коров. Саша. Я думаю, о, совпадает. Конь. А, может нет. Быть, может быть. А может быть птица? Ну, птица, да. Там пять букв. Там один бык, ноль коров. Белка. Белка. Два быка, ноль коров. Игорь Нусинович. Можно меня переименовать? Как тебя зовут? Саша. Ой, Жак, извините. А, Саша, у тебя поднята рука. Я не Саша, я Шахта. Я сказала, извиняюсь. Мы тебя почти не слышим. Скажи, пожалуйста, четко, чтобы мы услышали. Шахти. А, Шахти. Прости, пожалуйста. Хвост. Так. Хвост. Ладно. Рыба. Рыба. Крива. Крива. Повтори, пожалуйста, что мы отгадываем, потому что к нам присоединились. Так. Мы отгадываем слово. В нем пять букв, связанных с животными. Так, грива. Один бык, ноль коров. Так. И еще одно слово, и я дам подсказку. Хобот. Хобот. Они уже подсказали хобот. Я хотела сказать хобот для проверки. Хорошая идея, хобот тогда. Ну, робот я могу тоже проверить, но изменений, в принципе, не будет. Ладно, даю подсказку. Это птица. Название птицы. Страус не подходит. Угарь. Повтори еще раз. Огарь. Огарь? Да. Так.
ноль быков, две коровы. Шакти. Цапля. Цапля. Ноль быков, одна корова. А клюв? Клюв, там 4 буквы. Дятел? Не дятел. Сойка. Сойка. Ну, тебе подсказали, ну ладно. Это сойка. Сойка. Ну, это сойка. А что, правильно было? Да, тебе подсказали, Саня, правильно. Можно я догадаю? Пришла, всех детей обыграла. Ну, давай сначала Саша, а потом ты. Хорошо. Извините, у меня наушник выпал. Кто сейчас загадывает? Так ты загадываешь, Саша. Либо уступай Шакте. Она хотела загадать. Можно я потом загадаю? Это кто говорит? Эмма. Ну, хорошо. Большая очередь. Я могу пропустить, я на прошлом занятии загадывала. Я не раз. Ладно. Ну, время у нас еще есть. 5 букв, связанные с детьми. Чем? С детьми. Да, с детьми. А с какими детьми? Со всеми или какого-то определенного возраста? Ладно. Детям 5 букв связано с детьми. А с какими детьми? Это имя ребенка? Ну, вряд ли. Название нельзя загадывать. Не слышно. Да. Плохо слышно. Да, ты... Саш. Кухо. Ричард, отключите видео, и будет лучше звук проходить. Кукла. Кукла. Ладно, кукла. Ноль буков, одна корова. Ноль буков. Мишка. Mm.
ноль быков, две коровы. Две буквы, это так и а. Карта. Нет, это может быть, ангел? Да, может быть. Шарик. Шарик? Может быть, ангел? Шарик. Две коровы найду. Так. Ангел еще слово говорили, София сказала. Саша, сколько букв там совпадает? Ангел. Один бык. А начинает. Начинается и есть на кыночке. Или на А начинается? А, подожди, не, на А начинается. А по-любому. Дайте подсказку. Ангел там один бык. Что? Ангел там один бык получается. Я одна корова. Я придумала. Давай. Слон. Слайм. Как игрушка. Ангел один бык, одна корова. Подсказку вам дать, хорошо? Слайм. Шалун, Саша. Слайм. Слайм. Шалун. А. Слайм, ты говорил шалун. Школа. Три ноль буков, три коровы к шалуну. А кто-то еще говорил слайм? Я говорила. Ой, я понимаю. Вика догадалась? Да, что было такое в сообщениях? Так, Саш, давай подсказку. Садик. Подсказку? У меня есть две не очень облегчающие подсказки. А слоем там? Думаю, это дают
на кратковременное использование довольно маленьким детям. Но этим также пользуются и старшие дети. Саш, а в слайме сколько? Сотка. А не выкрикивай, нормально. Слайм. Ноль быков, одна корова. Рекордное количество очков – это 3 коровы. Ну, в коровах. Да, а рекордное количество быков – 1 бык. Да. Адрес. Папа. Что? Адрес. Им бык. 1 бык, 0 коров. Первый бык. Да, первый бык. А почему первый? В Евангелии тоже 1 бык. Потом слово садик можно. А вот догадайте. Садик. Садик. Садик же здесь в старшем возрасте? Да, ну, может, учите. Ой, они-то учатся. В садике. Старшие дети учатся. Это площадка. Маленьких. Это на АУ есть буква. Садик. Ноль быков, одна корова. Ноль быков, одна корова. Это может быть что угодно, в принципе. Но, скорее всего, А. Можно я скажу? Давай. Оп, и. Ну, это же раздельно пишется. Это же раздельно пишется. Так, актер там пишут. Это дети часто используют в школе. Актер? Что? Актеры используют часто в школе. Мимо. В смысле, каждый притаскивает с собой своего актера? Ну так книга была. Нет, не была. Давай книгу. Не было. Актер. Актер. Ноль быков. Угадайте, сколько коров? Одна. Да, одна корова. Книга. Там говорили. Интересно. Книга. Ноль. Это для Зара всего 2 очка. На этой Лазаре всего лишь 2 коровы. Ого. София пишет сумка. Ясно. Сумка. А ведь, в принципе, да. Что, школа. Школа уже была вроде. А, нет. Я же не писала вроде-то. После сумки школа.
Вика, догадалась загадку, которую я тебе придумала? Это вариант ответа, но он не правильный. Ставь одну букву. Сумка, 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 сумка. У меня есть идея. Ноль быков. Угадайте, сколько коров? Одна. Две. В смысле? Давайте доска. No. Правда, не знаю, как дети каждую свою доску приносят. Финал. Книжка. Финал. Доска. Доска, доска, доска. Ноль. Финал. Ноль быков, ноль коров. Ноль быков, одна корова. Две. Не, не угадали еще. Школа. Давай к шахте. Пенал. 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 Пластик. Для басковского что-то съедок. Одна корова. Мама. Когда же они будут? Саш, дай, пожалуйста, подсказку. Там уже в чате просят. Ну, ладно. Это едят. А пенал, 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 пенал. Пенал тоже едят. Тоже не едят. Особенно, если он набит морковью. И сделан в форме моркови. И сделан из мягкой ткани. Пенал, одна корова, ноль быков. У Ричарда еще рука поднята. Давай, Ричард. Ластик. Мы говорили ластик, но уже не актуально. Ну, ластик же 6 букв, тем более. Так. Школа. Ну, в принципе, глупые дети так-то ластик едят. Да, глупые дети ластики тоже могут есть. И ручку. Ну да, и карандаши. А очень голодные могут рюкзак съесть. Если он набит чем-нибудь съедобным. Так. Ну, есть еще варианты. Яблоко. Эмма. Или вам подсказочку? Мелок. Ну, надо что-то... Школа. Школа и мелок. Вряд ли школу едят. Да, вряд ли. Я рискнула съесть школу. Только много-много детей нападут на школу и съедят ее. Ну, разве если у них будут железные зубы? Школа, школа. Ноль быков, корова. Ноль быков,
Две коровы. Ого, две аж. Две коровы и мелок. Мелок. Теперь я загадываю слово. О, уже не отпадали. Ноль быков, ноль коров. Ну что, сдаетесь подсказку или что? Возможно. То что наушник опять ускакал? Ой, я придумала, ручка. Ручка. У нас всё в основном несъедобное что-то. Чем съедобное? Да. Так это съедобное или несъедобное? Съедобное. Агуша. Правильно, агуша. Это ж название. Это название, Саша. Правила нарушила. Все совершают ошибки, Зара. Могу даже показать экземпляр. Давай. Видно вам? Да. Сейчас посмотрю. Сейчас я загадываю слово. Ну да, название. Ну, Шахта сейчас загадывает. Если она хочет. Хочу. Можно я? Можно. Ты загадывала когда-нибудь? Нет, еще не раз. Хорошо, так, я на прошлом занятии загадывала. Тогда давай ты загадаешь. Ну, хорошо. Шесть букв и растение. Любое. Ландыш? Ну, это не любое. Это съедобное растение? Нет. Цветок. Цветок сколько быков, сколько коров? А там сказали ландыш вначале. Да, потом. Природа. Природа 7 букв. Давай, Эмма, ты должна сказать, сколько быков, сколько коров, ландышей и потом сцитки. Ландыш. Ноль быков. А коров? Ноль быков, ноль коров. Ноль быков, ноль коров. Цветок. Сейчас. Подушка. А, ну да, любое растение – подушка. Ноль быков. Ноль быков, сказал. Ноль быков. И одна корова, кажется. Посмотрим. Так. Кирюх. А ну что тема? Акация. Загадка 6 букв – это любое растение. Как это любое растение?
Не знаю, так сказали. Акация. Акация, может быть? Ну, да. Ну, Вика, ну дали сказку. Я ж не загадывала. Бабкам. Кажется. И специи. И ноль коровка. Акация. Специи. Два быка, ноль коров. Специи. Ноль быков. И одна коровка. Так, шакти. Пальма. 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 Два быка. Ноль коров. Сказку. 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 Ну, подсказка это... Могу подсказку потом сделать. А сейчас кроку. Мне сидеть. Кактус. Два быка. И одна корова. Или ноль. Не может быть. Не, не может. Ноль коров. Кто-то говорил кактус тогда, кажется. Да, кто-то говорил. Говорил. Кактус, два быка, ноль коров. Ромашка? Там семь букв. Мимоза. Мимоза. Два быка. Ноль. Коров. Не очень радует. По-моему, тут ошибки. Фрезия. Ноль быков. И лубень. Ноль коров. Береза. Лубень, там семь букв. Береза. Лубень, там семь букв. Два быка. Гранат. И... Ноль коров. Клубень. Клубень, там семь букв. Гранат. Можно я скажу? Давай. Два быка. Можно я скажу? Два... Да, говори. Яблоко. Яблоня. Гранат, два быка, ноль коров. Жасмин. Так, яблоко.
было яблоня. Я сказала яблоку, а не яблоня. Ноль быков и две коровы. Жасмин. Жасмин. Что дают эти коровы и быки? Жасмин. Ноль быков, ноль коров. Быки – это те буквы, которые стоят на одном и том же месте и в загаданном слове, и в том слове, в котором мы предполагаем. Коровы – это не, они вообще совпадают, но стоят на разных местах. Так. Амана. Ананас, говорят. Ананас, два быка, одна корова. Мимоза. Мимоза София пишет. Они уже и Максим тоже. Мимоза. Мимоза уже была. Да, да, мимоза. Дай подсказку. Мимоза. Два быка. Одна корова. Может, дашь подсказку? Я почти угадала. Может быть, сирень? Да, сирень. Можно. Я говорила специи, а не специя. Специи – множественное число. Какая разница? Там кто-то сказал сирень вроде бы. Да, я сказала. Да, сирень. Сирень. Ноль быков. Одна корова. Фиалка. Фиалка. Два быка. Ноль коров. Фундук, может быть?
фундук – это два быка, ноль коров. Вообще-то я очень сильно подозреваю, что это картофель. Но по буквам не совпадает. Может, дашь подсказку? Дай, пожалуйста, подсказку. Картох. Что? Да, так ничего. Картох. Всем букву картохи. В горохе 5. Надо 6. Ну, подсказку ему. Дерево это, кажется. Сосна, а не там 5 букв. Я как раз об этом сейчас думала, сосна. Телепасе. Береза. Но береза я писала уже. Береза есть. А, сори, мне не видно. Рябина. И это правильный ответ. Яблоня. Рябина – это 0 букв. Ой, быков, какой быков? 0 быков и 0 коров. Яблоня. Она была уже. Яблоко было. Нет, была яблоко, а яблони не было. Яблоня это... 2 быка, 1 корова. Малина. Это растение. Это не дерево. Это как раз дерево. Малина – это куст. Да, но он точно не дерево. А кто ты тут в чате? Это все растения. Загадали. Курица. Малина. Написали в чате просто. Какая курица? Точно 0 быков и 0 коров. 0 быков. 0 коров. Да, можно было догадаться. Курица, собака. А это растение, оно плодоносит? Ну, дерево это плодоносит или оно как бы просто красивое? Ну, это растение. Но оно может нести плоды, как, допустим, яблоня? Ну, да. Вишня? Шакти. Кто загадывает? Черешня? Ну, малина, я думаю, вообще можно. Эмма загадывает. Кто говорил малина? Малина, я думаю, можно. Как бы это же растение. Но не дерево. Ну, а я загадала растение. Для проверки тогда можно, для проверки можно. Можно я скажу? Да. Давай. Так. Точно. Сакура. Сказали мне. Сакура 2 быка.
И одна корова. Курица, ноль быков, ноль коров. И сакуре повторяется тоже кур. Как-то... Интересно. Еще А повторяется. Остается Са. И тут пишут в чате малина. Ну да, малина. Малина, два быка. Два быка и ноль коров, кажется. Ой, я знаю. Подсказку дать? Давай. Это съедобное. Вы же говорили, что не съедобное. Наоборот. А можно еще уточнить цвет того, что можно на этом, ну, на этом растении есть? Что? Цвет плодов уточнить можно? Ну, это как бы даже, наверное, не плод. Это добавляют цветы, что ли? Нет. Это как листья. Но только не листья. Это понятно. Понятно, ничего. А там точно 6 букв? Да. В конце мягкий знак. О, это много чего объясняет. И цвет зеленый. Анна, короче, всем пока, у меня там урок начался. Давай, удачи. 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 Ну, это зеленое такое, в конце мягкий знак. Герань. Начинается на З. Зелень. Да. Зелень, два быка. Зелень, два быка. Какая одна корова? Горох вроде как зеленый, но там 5 букв. Да. Так. Петрушка, укроп. О. Я придумала. Если нужна подсказка, скажите. Нужна. Это тоже зеленое. Внутри тоже. Тоже зеленое. А внутри оно как светло-зеленое такое, прям светлое. А грядка растет в теплице. Заканчивается на С. О, нет.
Да, на С. Так на мягкий знак или на С? На С. Заканчивается. Было на мягкий знак. Чего? До этого было на мягкий знак. Да. Сейчас. Как? Ты разные слова, что ли, загадываешь? Ну да. Так нужно одно. Ну это растение. Одной группы. Ну оно у тебя то на кто заканчивается, то на месте знак. Огурец. Да. Огурец. Давай. Ну ладно. Мы, наверное, заканчиваем. Что это было? Огурец. Только я не очень поняла, как оно может и на мягкий знак заканчиваться, и на С. Нет, там был зелень, и тогда заканчивалось на мягкий знак. А сейчас огурец заканчивается на С. Ты два слова, что ли, загадала? Два слова нельзя, Эмма. Нужно было одно. Одно должны были отгадать. Поэтому все запутались. Ребят, минута. Ладно, всем спасибо. Вам спасибо. Спасибо за урок.